Надо в гости сходить. Я тебя не покажу. Я к тебе в гости приду. Видео, не всегда. Музыка закончилась. Давайте копеечки. Закончилась. Закончилась. Несколько. Пего. Сва мелодия из Кенрона. Алло. Сейчас аккумулятор. Смотри, что тут играет. А, пока не играть. 1883 год. Дима, боимся, мы здесь живем. В музее. И дом 1880 года рождения. Да-да-да, дом 18 века, а мы чуть-чуть помоложе. Я тебе покажу, идем. Идем. Я показываю. Я всем, прямой эфир. Какой прямой эфир? Да, Дима, прямой эфир. Прямой эфир? Да. Идем к Димке. Димка тут устроился лучше всех, походу. Сейчас скандал сделаем, почему у нас так нехорошо. Так, идем вот здесь. Ну, я подумаю. Мы сейчас по лесенке. Подожди. Пока делай паузу. Подожди, сейчас. Я же Давид. Давид покажу всем. А вот снизу танцуй. Сейчас, подожди. Вот мы тут живем. Вот. Как у нас тут все весело и прикольно. Вот по лестнице. О, Димка, как Карлсон живешь. Не, Дима, я не могу так. Пусть все позавидуют. Хорошо только мне завидовать. Ни хрена себе, Димка. Ни хрена. Так, надо. Лошадка. Лошадка у Димки. Вот ведун из окна. Так, я уже завидую. Завидуйте вместе со мной. Это наши подарки. Это камин. Ой. Это лампочки. Смотри, какие вешалки. Вот это Димка тут спит. Подлёк. Еще не спал. Ну, будет спать. Вид там открывает. Ой, сейчас. Вот какой вид из Димкиного окна. Музыка играет. Ну, это ж капец полный. Так, мы сюда придем на фотосессию. Смотри, какая. Опа. Ух ты. Какие гудзики. Дзигарик. Это гудзика. Вешалка. Да, это вешалка. Прикольно. Подожди, я сейчас еще вид из окна. Ну, это такое маленькое окошко у Димки, чтобы не выпал.